Ученые из Бостонского университета воплотили в жизнь устройство, сделанное на основе древней японской техники киригами. Как и оригами, техника заключается в складывании фигурок из бумаги, однако киригами допускает использование ножниц и клея. Если вы возьмете лист бумаги и попробуете его растянуть, вы не сможете этого сделать. Мы начали делать надрезы на листах и растягивать их. Это лист пластика. Он очень тонкий, но также достаточно твердый. Но если сделать в нем разрезы, то его можно с легкостью растянуть. Экспериментируя с техникой киригами, ученые совершенно случайно обнаружили, что создали устройство, действующее по принципу захвата или зажима. Полученный инструмент, состоящий из специальным образом разрезанного пластика, позволяет осторожно захватывать предметы различного размера и формы, в том числе и самые хрупкие. Мы можем захватывать разные объекты, мягкие как малина или твердые как камень. Мы также можем объединить несколько таких зажимов вместе, что позволит захватывать длинные и тонкие предметы, вроде карандаша или ручки, и даже множество предметов одновременно, например, груду камней и перемещать их. По мнению исследователей, древняя японская техника киригами стала логичным дополнением к технологиям, использующимся в 21 веке. В частности, изобретенный зажим может применяться в робототехнике. Роботам очень сложно подбирать хрупкие объекты, предварительно не измерив мощность усилий. Например, малину. Это весьма нежная ягода, которую очень легко раздавить. Эксперименты показали, что закрепив зажим на роботе, можно существенно расширить возможности по работе с мелкими объектами. Мы доказали, что можно захватывать объекты от самых мелких, размером с песчинку, до более крупных, вроде большой бутылки воды. Исследователи говорят, что изобретение может быть полезно для развития моторных навыков людей, которые испытывают сложность при обращении с мелкими предметами. Вот пример зажима, который я могу закрепить между пальцами. Достаточно лишь немного развести пальцы, чтобы проделать движение, позволяющее захватить вот это драже M&M's. Стоимость изобретения ограничивается лишь ценой листа бумаги или пластика. Оно настолько простое, что изготовить его дома может любой желающий, имея в распоряжении ножницы. Алексей Горбачев, Юрий Закревский, специально для программы «Детали».